Вот эта программа, вот это как бы задание, которое получили художники, объяснить причину, как бы назвать стимул, который порождает их работы, очень хорошее задание. И я тоже попробую как бы объяснить в этом роде что-то последние работы. Значит, эти последние работы, картины, я называю как бы двойные картины, потому что каждая состоит из двух половинок и еще одного элемента. Одна половина – это всегда цитата из какого-то классического, уже этаблированного художественного произведения, вошедшего в историю искусства. Как правило, это картина барокко. Такой интерес к этой картине и вообще картинам классики, конечно, связан с биографическим моментом и прежде всего с моими воспоминаниями о школьных годах, когда я учился в художественной школе в Советском Союзе. К этому времени жизнь в этом Советском Союзе превратилась полностью, который можно описать словом «одичание». То есть, несмотря на то, что мы учились, никакого преподавания, никакого внятного сообщения о реальной истории искусств и вообще о чем-то реальном происходящем в жизни, ничего такого не было. И скука, тоска и невероятное отчаяние, которое поглощало как бы, жизнь всех живущих в Советском Союзе, а это время последних лет людоедов, совершенно, так сказать, представляло печальный и унылый какой-то фон такой психической жизни. И я вспоминаю, что единственными островами, которыми можно было спасаться от этого ужасающего отчаяния, это были консерватории, читальные залы, библиотеки и, конечно же, музеи. Музей, я имею в виду музей западного искусства, который назывался Пушкинский, вот, и который я очень регулярно после уроков очень часто приезжал и смотрел эти коллекции. Я ходил практически по абсолютно пустому музею, в то время никакого вот этого современного бума как бы, посещения музея вообще не существовало, люди заняты были как бы достать еду, и вообще стоять в очередях, и никакого такого интереса к музеям не было. Я повторяю, что это были абсолютно пустые залы. И я наслаждался, бродя из одного зала в другой, потому что это был мир какой-то сказки, каких-то совершенно изумительных вещей. И особенно мне нравился зал барокко. Там, где висел Пуссен, Лорен, братья Линены и другие. Вот это барокко, как бы... Зал, наполненный какими-то изумительными картинами, навсегда остался для меня как бы образец вот тех идеальных картин, то есть того самого искусства, которое как бы находилось на самой вершине. Это может объяснить тем, что никакого информации, вообще никакого знакомства с западным современным искусством, а тем более с искусством модернизма вообще не существовало. Мы жили как... совершенно одичалые звери в зоопарке, и в железный занавес не пропускал абсолютно никакой информации. Пушкинский музей тоже, как и все остальное, показывал только до картины «До барбизонцев». Дальше уже шел проклятый модернизм. Даже помнишь, когда-то, даже потом уже висела картина Кандинского, на которой написано было «Французский художник». И вот это воспоминание о каком-то идеальном мире картин, видимо, всплывает вот уже в этом возрасте с тем, чтобы нарисовать половину картины в том, так сказать, образцов. Ну, конечно, это сделано по репродукции, но в форме как бы копий того великого искусства, в котором мы были воспитаны, практически мы получили как бы героическое представление о искусстве, не модернистское, а именно героическое, которое, повторяю, описано было Возрождением, барокко и даже немножко XVIII веком. Но это одна половина картины. Вторая половина картины наполнена
той мерзостью, которая, конечно, несмотря на то, что я 30 лет живу за границей, все тоже, как тот же сегодняшний вирус, отравляет меня полностью, и избавиться от которого я не могу. Вся эта омерзительная советская фотопродукция, изображение всех этих счастливых лиц, сыты какие-то замечательные магазины, ателье, когда на самом деле ничего не было. Вот эта неприкрытая циничная ложь. И вот во всей этой форме, особенно в омерзительных этих фотографиях, как бы счастливой советской жизни, хорошо процензурированные, прочищенные, она постоянно как бы продолжает существовать в виде ужасающей, нисходящей памяти в моем сознании. И вот вторая половина картины наполнена вот этой самой советской вот этой омерзительной фотопродукцией. Повторяю, не продукции первых лет авангарда, там, Родченко и так далее, а именно цензурированной вот этой идеологической гадостью. Но я, так сказать, включаю в эти картины элементы, ну, как бы реальных предметов. Я приклеиваю какие-то предметы вот на этой картине, кстати, это забор и ботинки. Вот. И причина такого ассамбляжа, присобачивания этих предметов связана, конечно, с моим тоже психическим каким-то ощущением собственной, как сказать, посторонности, ненужности в этом мире даже нарисованных картин. То есть они поставлены, эти предметы, так случайно и так нелепо, что они как бы должны свалиться, и хочется убрать с картины, но они не убираемы. Вот это состояние присутствия себя в мире, в котором у тебя нет места, выражено вот в этом приклеивании объектов к этим двойным картинам. Но здесь есть еще одна очень важная тема, которая тоже грызет уже не меня одного, а всю историю чуть ли не 200 лет русских художников, которые были в 19 веке и в 20, за исключением, конечно, русского авангарда. Это переживание, что нас не принимают, нас Запад нами не интересуется. Мы такие замечательные, прекрасные художники, даже некоторые гениальные, как Репин там и другие, не буду перечислять. На самом деле никому на Западе не нужны. Они не включены в пантеон искусства, западного искусства 19 века и 20-го. Эти герои, которые такие важные для русского глаза, для русской истории, совершенно не представляют никакого интереса ни к западным историкам, ни западной истории искусства. Вот этот комплекс неучастия, нас не замечают, это невероятно болезненное чувство, которое, повторяю, высказывалось и переживалось русскими художниками 19 века, и то, я уже не говорю о художниках этого несчастного советского периода, которая вообще история искусства этого советского пошла совершенно в другую сторону по отношению к западным историям, западной истории искусства. Вот этот момент очень важный для меня, и он тоже как болезненное страдание состоит в том, что включить вот как бы насильственно, с такой как бы болезненным, как бы таким мазохизмом, что ли, включить на одной плоскости вместе картины высокой классики, этаблированной, признанной истории, и вот этой мерзости советской, которая тоже изображает людей, тоже изображает какие-то предметы, но все это как бы не нужно, не канонизировано и, так сказать, совершенно неприемлемо. Вот эта неприемлемость и этаблированность — то, что меня невероятно привлекает и, так сказать, нервирует. Чтобы закончить и дать как бы, ну, какой-то образ вот этому неучастию и желанию вступить в диалог,
Я расскажу очень известный анекдот советский, который состоит в следующем. В музее, повторяю, это опять музей, беседуют два интеллектуала. Один говорит: посмотри, как это прекрасное здание хорошо вписано в изумительный пейзаж, как это чувствуется воздух, как это великолепно связано изображением ансамбля. Другой интеллектуал ему отвечает: да, но мне кажется, что перспектива могла быть более строго прописана, окна недостаточно четко симметричны. Рядом с этими двумя людьми стоит то, что называется человек с улицы. Внимательно слушает, поворачивает, вертит головой то на одного и то другого, и потом внезапно говорит: послушай, ты же ежа ебал? Интеллектуал поражен, говорит: что такое, что вы тут безобразно говорите ко мне, как это можно? На что говорит: да я ничего, я просто в разговор хотел вступить. Вот этим я и хочу закончить. It's not easy to talk about art, about what your inspirations are, what inspire you in this life, at the time when people are dying around you, when you are separated from people you love, from art itself, from culture, you're on your own. Or at least it feels so, and it looks like this. We are in our own caves, sometimes more comfortable, sometimes less comfortable. At least we are, I'm talking about Ilya and myself, in a very good position because we are still surrounded by art. We keep working, we keep hoping for the best, we believe in humanity, we believe in culture. And talking about culture, what inspired me? What inspired Ilya? He already talked about it, and I think for him inspiration always was a museum. Past, but only cultural past. For me, it's a mysticism, it's music, it's sky, it's water. I'm deadly afraid of water, but at the same time, water for me is something endless, it's beautiful, it's here from the beginning of existence of Earth. Maybe even longer, we don't know that. What is sky? It's our dreams, it's our fantasies, it's something where we can disappear. It's something we believe the salvation come from. It's about God, it's about angels, it's about something we don't know about. We don't know anything about sky in reality. We don't know where it ends, we don't know where it starts. It surrounds us, but at the same time we know something is there we want to believe. We want to hope it there, and we want to believe that our soul is going there. I'm afraid of Earth, because it's darkness, because when we die, we go there. So I can't even sometimes physically sit on the ground. I can't sit on the grass. But I'm not afraid of flying. I mean, I'm afraid of flights, but I'm not afraid of sky. I have dreams about being able to fly. That always was my inspiration. The second thing, I do believe in angels. Angels is something we can't see, we can't understand, but we can feel. Angels can be entities that we don't see and we don't know anything about. They belong to the sky, they belong to something mystical, but it also could be people. People who in the difficult moment of your life offer to help you, come and stand next to you, and people you can trust, you can believe, people who have integrity that never change. No matter what's going on around them, they have this inner integrity. Does it come from culture? I believe it is. Does it come from your genetic background? I believe it does. Maybe I'm wrong, but maybe I'm right. I never was much, when I was young, about art. I was more about music, because music surrounds us. Music is outside. You always hear sounds. From the moment you were born, or maybe before, you hear sounds. And
if you have this ability to hear the, any kind of sound as a music, like for example Cage did, you are surrounded by music. And that was my life. From the very early age, I was surrounded by sounds of music. Anything that, sounds of rain, sounds of animals, sounds of people, conversations. And my ability to hear music, my ability to transform everything into music, I also can compose, come from very early age. When I was used to play piano, I hear the sound before my fingers touch the piano. And it's still there. When people are talking, depending on the sound I hear, I can judge their character. I can feel how good or bad they are. Some people I can't even touch because the sound that emanates from them, it's not positive. Art, it's visual, it's gratification. Art is something that people created from the beginning when they become people. Maybe they become humans because they start reflecting at what they do, reflecting on life, reflecting on surrounding, creating something unimaginable, and that's art. And then it's converted into culture. And that's the past of humanity. That's what makes us different from animals. I read Harari, and I completely disagree with everything he said because it's a cold compilation of facts, which any computer can do. It doesn't take into consideration human feelings, fears, happiness, unhappiness, human feelings of love, of hate, and of course it doesn't even mention culture. It says human creates computers, they create robots. It's only about technology, but that's not what people can consider their biggest achievement. Culture is. Culture has not only visual depictions, it has history of humanity inside, depicted in pictures. When we look at the painting, we always want to know who these people were. What exactly the artist mean? We're talking about right now converting art into the computers. And so we can look at paintings and sculptures through the screen. Is it a good idea? Of course, we can see details maybe better than we can see it in real painting in the museum, in the artist studio, in the gallery. But is it a good idea? I don't think so. Because in every stroke of brush, you have an energy. It's artist energy transferred through paint into the canvas. And when you come close to the painting, this energy sometimes seep into you, sometimes hit you like a wave, and I can feel it. I can't stand some of the art, even if it's best art, I'm not gonna name right now the names of the artists. It could be classical, it could be contemporary, because the force of energy is so strong that I practically lose my consciousness. I can faint in front of this painting, and I already know that, so when I come close to such a painting or such an artist and his work, I keep my distance, so I don't get hit with this. Some artists do installation. What installation is? Installation is kind of art which different in a sense that you either stand and look into something, and the best representative of this kind of installation is Kinholz. For me, there are only three great artists of installation. It's Kinholz, it's Beuys, and it's Kavakov. And why they are the best and where is the difference lie? What Kinholz creates, it's a life after death. So when we come to his installation, we look inside, we can't enter the installation because what's there behind the barrier, it's life beyond death. These people who are there, the situation, it's already after our life. It's scary. But it's
something we can imagine, we can look from outside, we can go inside. What Boys does, Boys is in a limbo. It's between life and death. It's something when you step in, it's very dangerous, at least for me it is. A few times I enter Boys installation, I stand inside, and I feel that I can, if I immediately don't go out of this, if I don't make the step outside of installation, I'm going to cross to another side. Dangerous, very interesting, very much energy of the artist and his mentality. Kabakov's installation is completely different. You walk inside, there is no character, he disappears. So you become a character. You imagine this life, or you commiserate with this life, or you find something similar to your life. And practically everybody can do this because it's full of feelings. It's full of fears. It's full of our emotions. Yes, the character is not there, but we are there. We are the character. It's about us. And that's why it works so well if it's done correctly. And that's why the three artists are the best representative of this kind of art.